Сегодня в торжественной обстановке министр окружающей среды Эстонии, руководитель местного предприятия Эллеринг, а также министр по развитию и сотрудничеству Финляндии, представитель Фингрид, предприятия по обслуживанию электросистем, одновременно активировали действие кабеля Эстлинк-2 посредством телемоста. За этим наблюдали сотни людей по обе стороны залива. Интерес к этой энергетической стройке века не случайен. Теперь электросреда нашей страны должна, несомненно, измениться в лучшую сторону. Именно это обещает многомиллионный проект. С введением Эстлинк-2 в использование общая мощность электрического соединения между странами возрастет с нынешних 350 мегаватт до 1000. Кабели Эстлинк 1 и 2 вместе дали эстонским потребителям практически ежечасный доступ к электричеству северных стран, в результате чего уже в декабре 2013 года цена электричества на открытом рынке снизилась до уровня, который существовал, когда цена регулировалась. Поэтому говорить о снижении цены можно уже сейчас, опираясь на вполне реальные факты. Подготовка к проекту Эстлинк 2 началась более 5 лет назад и обошлась в 320 миллионов евро, которые поровну оплатили Эллеринг и Фингрид. Проект также получил поддержку и от Европейского Союза в размере 100 миллионов евро. Объемы строительства для нашей страны очень впечатляющие, ведь Эстлинк-1 давно уже не мог передавать необходимое количество электроэнергии, что является обязательным в условиях открытого рынка. Так что масштабные работы были проделаны не зря. Общая длина кабеля составляет почти 170 километров, из которых 14 – воздушные линии в Финляндии, 145 – морской кабель и 11 километров – подземный кабель в Эстонии. На обоих концах находятся конвертерные станции, которые преобразуют мощность переменного тока в мощность постоянного и наоборот. В Финляндии кабель подключен к сети передач под станции Анттила в Порво, а в Эстонии к подстанции Пюсси в Идавирума. Теперь, по сути, Эстония и Финляндия входят в единый рыночный сегмент. Кроме того, улучшились предпосылки для увеличения конкуренции. Мы уверены, обычный потребитель значительно выиграет в цене, и не когда-то в будущем, а практически уже начиная с сегодняшнего дня, будет видна разница. Стоит отметить, что уже в периоде испытаний Эстлинк-2 стало понятно, потребность в таком соединении велика, поскольку объемы передачи электричества из одной страны в другую в последнее время намного превысили прогнозируемые объемы. В тестовый период, как заверяет руководство предприятия по обслуживанию электросистем, с использованием Эстлинк-2 уже было найдено немало плюсов. Что же до недочетов и ошибок, чего, как правило, не избежать при работе новых проектов, то они уже заранее устранены и никаких неприятных сюрпризов не будет. Более низкая цена, в 3 раза более мощное электрическое соединение, и это лишь одни из главных плюсов Эстлинк-2. Хочется верить, что на этот раз и обычные потребители почувствуют на своих счетах и кошельках реальную пользу проекта. Екатерина Плехова, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.